Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые члены жюри и конкурсанты 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров имени Виктора Ровда и все гости нашего концерта. В этот вечер всех нас в этом зале объединило имя одного из ярчайших представителей и основоположников национальной школы хорового исполнительского искусства Виктора Владимировича Ровда. И без его вклада невозможно представить себе белорусскую музыкальную культуру, его имя сегодня в сознании многих поколений музыкантов неотделимо от высокого звания профессор музыки. И потому наша сегодняшняя с вами встреча — это не только парад лауреатов 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров, но и своеобразная дань памяти маэстро. Для оглашения приветствия от Министерства культуры Республики Беларусь участникам конкурса приглашается консультант отдела учреждения образования и работы с творческой молодежью Людмила Николаевна Монакова. Добрый вечер, меня слышно, да? Добрый вечер, позвольте мне выполнить эту почетную миссию и зачитать приветствие от Министерства культуры Республики Беларусь. Уважаемые участники, члены жюри, организаторы и гости конкурса, от имени Министерства культуры Республики Беларусь позвольте приветствовать организаторов, членов жюри, участников и гостей 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров имени Ровда. В истории национальной музыкальной культуры представлено немало имен выдающихся деятелей, творчество которых является мощным источником духовности, покоряет свойственной настоящему художнику глубиной и содержательностью, дает возможность по-новому осмыслить вечные законы мироздания. В их ряду имя патриарха белорусской дирижерской хоровой школы, народного артиста СССР, профессора Виктора Владимировича Ровда. 95-летию со дня рождения выдающегося мастера посвящен уникальный проект Белорусской государственной академии музыки 4-й открытый конкурс хоровых дирижеров, бережно сохраняющий и развивающий традиции национального хорового искусства, заложенные Виктором Владимировичем Ровдом. Сегодня звучат финальные аккорды этого творческого состязания, ставшего значимым культурным событием в жизни нашей страны. Хочется, конечно же, выразить и особую признательность настоятелю прихода в честь всех святых города Минска, протоиерею Федору Ковнову, за его помощь и поддержку в организации и проведении этого уникального мероприятия. От всей души желаю участникам конкурса творческого вдохновения и новых достижений в сфере хорового искусства. Приветствие подписал заместитель министра Василий Вячеславович Чернов. Дорогие друзья, наш концерт открывает мужской хор Всесвятский, Всесвятского прихода города Минска. Регент Дмитрий Токмаков. Будет твой.
выпускник Вильнюсской консерватории и аспирантуры Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Виктор Владимирович Ровда, народный артист Советского Союза и Беларуси. Более 40 лет профессор возглавлял кафедру и руководил хором, студенческим хором Белорусской государственной консерватории, ныне Академии музыки, и также возглавлял хор белорусского радио и телевидения. Он по-настоящему стал главой дирижерской хоровой школы и патриархом белорусского хорового искусства. Четвертый открытый конкурс хоровых дирижеров сегодня действительно это не просто яркое культурное событие последних дней, но и мощный стимул для общения молодых музыкантов, для их профессионального роста. И поэтому позвольте для приветственного слова пригласить на эту сцену председателя жюри 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров имени Виктора Ровда, ректора Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор Екатерина Николаевна Дублова. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги, члены жюри, уважаемые участники. Так счастливо случилось, что мы сегодня закрываем наш конкурс в этом зале. Счастливо, потому что мы находимся здесь, в одном из замечательных залов, в том числе предназначенных и прежде всего предназначенных для музыки православной. Мы вступили сегодня в Рождественский пост, это тоже праздник для людей верующих, и мне в этом тоже видится некий знак того, что наше дело замечательно после Иисуса. И, наконец, нас всех объединяет имя удивительного человека, о котором только что говорила наша замечательная ведущая. Есть события жизни, которые мы проживаем, потому что это наша жизнь, и мы должны их пройти. Но параллельно с ними, безусловно и безостановочно, идет глубокая духовная жизнь. И каждый из нас пребывает в ней тоже по-своему и по-разному, и не просто. И то, что Виктор Владимирович сохраняется в наших умах и в сердцах сегодня, что его именем назван конкурс, что мы как можем увековечивать его память в Академии музыки, что мы демонстрируем не только сохранение дирижерской школы, но и замечательных традиций хорового исполнительства в Беларуси. Все это в память о сердце и душе Виктора Владимировича. Я рада, слово горжусь здесь не очень уместно, с тем, что с Виктором Владимировичем нас связывало не просто знакомство, а настоящая человеческая дружба, несмотря на разницу в возрасте. И сегодня я понимаю, чем дальше он уходит от меня как человек, тем ближе он мне как духовный пастырь. Для нас, для всех, кто организовывал это событие, безусловно, важны были две цели. Первое – это поддержать и, влить новые, что ли, силы в то дело, которым занимался Виктор Владимирович, а именно конкурс хоровых дирижеров. Это всегда смотр, это всегда большое творческое действие. Но, с другой стороны, это не только дирижеры, это ведь и хоровые коллективы, мы их слушаем, и мы понимаем, чего мы достигли, чего бы мы хотели дали. И в этом смысле, конечно, то, что сегодня у нас не просто заключительный этап соревнований, а так и называются конкурсы, но и концепт памяти маэстро, что сегодня кафедра хорового дирижирования во главе с Инессой Михайловной Бодяко свято хранит эти традиции, а это редко бывает, давайте согласимся, почитание учителя
такое бесконечно преданное, но абсолютно художественно оправданное. То, что сегодня действительно цель — поддержать молодых дирижеров и увидеть и услышать новые имена, открыть таланты, тоже нужно и не только нам, не только в Беларуси, но и тем, кто принял участие в конкурсе, потому что конкурсанты имели возможность и познакомиться с нашей школой, с нашими традициями. Разрешите мне поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня здесь с нами, поблагодарить моих коллег, членов жюри за прекрасную работу и те итоги, которых мы достигли, за единомыслие и профессионализм. Я хочу благодарить, безусловно, кафедру хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки и персонально Инесу Михайловну Бодяко, ее молодых коллег по кафедре, которые непосредственно участвовали и осуществляли очень важную организационную миссию, то есть декана вокально-хорового факультета Елены Анатольевича Караева и старшего преподавателя кафедры, дирижера хора радио Андрея Романовича Саврицкого, что это состоялось, потому что всегда усилия должны увенчаться успехом. Я, во всяком случае, всегда ставлю перед собой такую задачу. Безусловно, я хочу благодарить всех, кто так или иначе приобщился и к поощрению конкурсантов. Сегодня оно будет достаточно, ну, как мне кажется, многогранным. Я хочу, безусловно, поблагодарить досточтимого отца Федора за возможность проведения сегодняшнего события здесь. Я думаю, отец Федор еще присоединится к нам и скажет свое слово о дружбе, о отношениях, о связях с Виктором Владимировичем Ровда. Безусловно, семью Виктора Владимировича за предоставленные материалы. И тоже я знаю, что будет сюрприз, подарок для наших конкурсантов и всех тех, кто помог нам организовывать это замечательное событие на разных этапах. Спасибо большое. В жизни Виктора Владимировича Ровда особое значение и огромное значение имело то духовное начало, которое окружало его с самого детства и во многом всю свою многогранную профессиональную деятельность он соизмерял со своими духовными принципами. И Виктор Владимирович не только всю свою жизнь оставался православным христианином, но и одним из первых в нашей стране вместе со своим коллективом стал исполнять духовную музыку на концертах. Он, посещая богослужения, очень часто сам становился церковному хору и во всем помогал регентам, в том числе в храме Иова Многострадального Дома Милосердия. Творческим наследником профессиональных традиций профессора Виктора Владимировича Ровда стало его детище хор, студенческий хор Белорусской государственной консерватории Академии музыки, сегодня под управлением Инессы Михайловны Бодяко. И этот коллектив и был главным помощником всех наших конкурсантов эти дни. Дорогие друзья, первый день рождественского поста звучит песнопение Георгия Свиридова «Странное Рождество видевши». Дирижер Инесса Бодяко. Видевши, устранився мира.
позади остались волнующие дни конкурса, когда каждый из участников смог проявить себя и как музыкант, и как дирижер. Члены жюри уже определили победителей конкурса и обладателей специальных призов. И сейчас на сцену приглашаются все участники конкурса, 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров имени Виктора Ровда. Дмитрий Савон, Украина. Не знай печаль, не знай печаль, Марины.
Сергея Ивановича Танеева. Приз вручает декан факультета симфонического и хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского профессор Алексей Максимович Рудневский. Сергея Ивановича Танеева. И этот приз вручается за лучшую интерпретацию сочинения Адели на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Многие конкурсанты проявили себя по-разному на конкурсе и на разных этапах. Конкурс им когда-то помогал, когда-то чуть-чуть мешал. Вот. Но я желаю всем конкурсантам, пройдя через конкурс как этап становления, всегда при любых условиях сохранять пушкинское вдохновение и хормейстерскую стойкость. Поздравляю. Dear friends, let me begin with a quote from Zoltán Kodály. She said, "Невозможно представить духовную жизнь человека без музыки.
музыкой освещается душа человека. I would like to ask and wish all the colleagues, all the young and professional conductors to keep the values and all the treasures of the choral music all team's life, all their life. Сочинение русской духовной музыки Чеснокова Павловича «Заступница усердная». Первое издание одного из величественнейших крупных сочинений русской музыки «Братское поминовение Костальского» в первой редакции. Костальский является таким корнем, настоящим корнем русской, но не только русской духовной музыки. Желаю вам постичь многие глубины в нашем общем православном певческом поле. Thank you.
дирижируют финалисты конкурса и обладатели звания дипломанта Александр Гречанинов «Вечери твои я тайные». Дирижирует Криш Пазюковскис, Латвия.
Александр Сазанович, и диплом конкурса «Призы вручает заведующий кафедрой хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, доцент Инесса Михайловна Бодяха.
конкурса и обладатели специальных призов. Владимир Оловников, на Полесье Гоман. Дирижирует Андрей Коротышевский, Беларусь.
Чаба Гуднянский.
что же, интрига нашего конкурса близится к развязке. Лауреатом первой степени 4-го открытого конкурса хоровых дирижеров имени Виктора Владимировича Ровда становится Дмитрий Савон. Андрей в диване. «Красное солнце» из хорового цикла «Примхи». Дирижирует Дмитрий Савон, Украина. От царя, от царя, от царя, соблюди, соблюди.
дорогие друзья, у нас осталось еще одно награждение. Вот уже стало доброй традицией чествовать лучшего дирижера по версии самого студенческого хора, который на протяжении 3 дней кропотливой, неустанной работы наблюдали за творческой работой самих конкурсантов и имеет свой специальный приз. Приз «Хоровая симпатия». Награждается Вильгельм Сватиетис.
мало, видите?